Лицензированный российский форекс-дилер Teletrade Group подвел итоги уходящего года. Год можно назвать успешным, несмотря на то, что для финансового рынка он был довольно сложным. Клиентская база выросла в несколько раз. Клиентские ожидания с точки зрения обучения, они выросли в несколько раз. Открыли академию трейдинга, обучаем, показываем хорошую динамическую торговлю, предоставляем максимальный сервис, который возможен для наших клиентов. На следующий год Teletrade Group планирует провести порядка 30 мастер-классов. Кстати, к ним можно отнести и прошедшие мероприятия. Секретами торговли на финансовом рынке поделились профессионалы. Все, что зарабатывается на самом рисковом рынке, я бы вложил депозит на самый консервативный рынок. Несмотря на несравнимую доходность, это не случайно, потому что только такое отношение, на мой взгляд, может обеспечить гармонию рисков. Новостной фон в России может стать губительным для начинающего трейдера. В каждой стране есть свои новостные акценты, искажающие реальность. А финансовый рынок живет в реальном мире по реальным законам. У нас, например, как вы знаете, единственная страна в мире, где население вместе с правительством, ну, правительство на словах, население на деле, искренне хотят укрепления рубля. Ну, может быть, еще в Намибии где-нибудь, в Северной Корее, больше нет. Банк Японии 60 лет производит интервенции, да? Трамп бьется с ФРСом, чтобы доллар стал дешевле, а мы с вами живем в стране, где вот в новостях политики выступают, говорят, крепкий рубль, на полном серьезе. То есть, согласитесь, это уже показывает, что что-то не так. Тут сразу вспоминается совет, который профессор Преображенский дал доктору Барменталю. И Боже вас сохрани, не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Миф о необходимости крепкой российской национальной валюты рассчитан исключительно на обывателя. На самом деле за ним скрывается ущербность отечественной экономики. Для нас рубль — это вопрос просто собственной покупательной способности. Он уже давно оторван от экономики, от нашего личного ЦПД, от ЦПД страны. Нам не нужна дешевая национальная валюта, потому что нам нечего продавать, нечем конкурировать. Для профессиональных трейдеров рубль не представляет никакого интереса. Торговать на паре доллар-рубль, честно говоря, на мой взгляд, последнее дело, серьезно. Это самое непродуктивное занятие, потому что этот курс, он не настолько сильно колеблется в целом, и он плохо предсказуем на 2-3 рубля. В России сейчас активно продвигают так называемую идею дедолларизации. Но на самом деле это из серии «Старая песня о главном» – заезженный шлягер, который исполняется на протяжении долгих лет. Люди успевают прожить жизнь, в детском садике они начинают, это доллар загнется, долларовая экономика загнет, долларизация, вообще все умрет. Потом они заканчивают вуз, потом они выходят на работу, потом они, значит, выходят на пенсию и спокойно отправляются в мир иной, где, значит, ожидают вот этого загиба доллара. А история с обвалом американской экономики и вовсе напоминает суицидальный триллер. Правда, фантастический. Вы вполне можете оказаться, например, в самолете, ну, летите куда-то, и узнать, что летчик, например, любовник вашей жены. И в этот момент вы искренне хотите ему инфаркта. Только вот делать это в полете, это вот высшая стадия идиотизма. Вот когда у нас обсуждают предстоящий крах американской экономики, это вот желать инфаркта летчику, в салоне которого вы сидите. К сожалению, в стремлении разглядеть соринку в чужом глазу, в собственном не замечают бревна, которое уже придавило отечественную экономику. Россия остается исключительно мировой бензоколонкой. Мы живем в стране, которая, когда нефть не понимает, вообще ничего не может. Ну, не может она ничего. Брюку уже не выращивает, мачтовый лес, как при Николае Первом, уже никому не нужен. Среди популярных нынче сказок для обывателей огромный американский госдолг и торговая война Китая и США. Якобы Пекин стремится во что бы то ни стало поставить Вашингтон на колени. 1 триллион 400 миллиардов вложено у китайцев в американский фондовый рынок. На втором месте японцы — 1 триллион 200 миллиардов. Я думаю, что каждый из нас, если бы вложил во что-то 1,5 триллиона, конечно, хотел бы это обрушить. В общем, мифов предостаточно, в том числе и о трейдинге. И они широко тиражируются. Когда человек приходит на рынок, или когда его зовут на рынок с посыла, что это прекрасное место, где можно не работать, изначально, скорее всего, он обречен на неуспех. Торговля на Форексе может принести неожиданный успех. Но стоит избегать соблазна переоценить в нем свои личные заслуги. Если с вами такое произошло, если вам это удалось, вы должны понимать, что доля случая в этом все-таки, вот в этом сверхзаработке, она все-таки была довольно существенной, и если уж вам удалось там
сотни или до 1000% заработать уже, то с этого момента надо начинать соблюдать money management. Какие массы? Когда мы будем делить наши деньги? Занимаясь трейдингом, нельзя быть жадным и торопливым, иначе вас может ожидать суровое разочарование. У вас не будет вот этого синдрома, когда при каждом движении рынка в вашу сторону вам хорошо, а при движении против плохо. При движении против немного, у вас будет мысль такая: какой я молодец, что я забрал ту половину. Если у вас кроме трейдинга есть другое любимое занятие, то ни в коем случае от него не стоит отказываться, ведь жизнь тогда может потерять свои яркие краски. На мой взгляд, Форекс и вообще финансовый рынок – это прекрасное дополнение. Дополнение, которое в случае успеха освобождает нас от лишних бытовых проблем, от какой-то, может быть, дефицитов финансов. Но это ни в коем случае не замена того, чем живет наш мозг, чем живет наша душа. Хотя для многих Академия трейдинга уже стала частью их души, даже, если хотите, их жизненной философией. Это как подниматься на гору, где сидит какой-нибудь даосский мудрец, и по пути тебя ведут за ручку, вот, мудрецы помладше, и объясняют, вот, как надо идти так, чтобы дойти до вершины. По какому склону идти, крутому или пологому, это уже решение каждого. Главное не останавливаться и не опускать руки. И вершина обязательно покорится. Олесь Дайнеко, Юлия Уханова, Игорь Черненков, Федор Чайка, Финверсия ТВ.